Жители трех районов Восточно-Казахстанской области оказались отрезанными от большого мира. Единственный прямой путь туда – на пароме через Бухтарминское водохранилище. Однако на сегодня из-за погодных условий все дороги перекрыты. Единственный вариант – объезд длиной почти в 1000 километров. А вот смельчаков, решающихся нарушить правила безопасности, штрафуют как полицейские, так и служба ЧС. Руслан Мухамедьяров продолжит тему. Бухтарминское водохранилище – одно из самых больших в мире. Входит в пятерку крупнейших на планете. Обеспечивает регион рыбы, позволяет развивать туризм. Только вот проблема – переправа для связи с внешним миром. Жители Курчума и Маркоколя уже больше 60 лет с момента создания искусственного водоема вынуждены пересекать его летом на паромах, зимой по льду. А вот в межсезонье и вовсе обижать его за сотни километров. Ведь проезд в целях безопасности запрещен. Ну, неудобство, конечно, сейчас здесь уже закрыто, не проедешь. Мост еще не готов. Через Зайсан, если вот дальше туда, так там дорогу промыло, полностью размыло дорогу, вообще не проедешь. Так что ну, вот в те места сейчас вообще невозможно. Остается путь через районы Глубокое, Алтай, Катон-Карагай. Снова заезд в Алтай, уже на другом берегу. А это больше 1000 километров, вместо привычных 250. Неудивительно, что многие люди не хотят терять время, деньги и идут на риск. Выходят на уже подтаявший лед. Но мы приехали, смотрим, машины еще заезжают. Ну и мы заехали. Между тем, в прошлом году так в воду провалился трактор, но водитель спасся. А вот пассажирке такси не повезло, ее тело уже искали водолазы. Поэтому сейчас переправу охраняют полицейские. В Курчумском районе на ледовой переправе Кызылту движение транспортных средств всех видов запрещается. Установлен дорожный знак «Въезд запрещен». За нарушение требования данного знака предусмотрено административное взыскание в виде штрафа. Отдельный штраф могут наложить и спасатели. Во время рейдов они объясняют правила безопасности и тем, кто желает пересечь Бухтарму, и рыбакам, кто выходит на лед. Нашими службами проводится разъяснительная беседа, и по линии безопасности у нас действует статья 412, которая, получается, действует в отношении нарушителей именно безопасности на льду, на водоемах. Штраф за нее предусмотрен более 25 тысяч тенге. Но сейчас главная задача властей – запустить уже паромы, поэтому для них пробивает путь сквозь толщу льда, чтобы в течение недели наладить их движение. Ведь на кону жизни людей. А вот кардинально проблему решить строительство моста через водохранилище. По планам оно завершится к 2025 году. И тогда людям уже не страшны будут ни поломки паромов, ни обманчивый лед в межсезонье. Руслан Мухамедьяров, телеканал Алматы, Восточно-Казахстанская область.